Куда? Нормально остановил. Вроде ничего такого больше никто не говорил. Бляха, текстуры пропали, я думал просто куда-то в воду еду. Камера на вертолете. Главная новость. Полиция нашла пропавшую подлодку и весь груз урана. Какой нахер уран, ты чё? Ты чё вообще, какой нахер уран? У меня из-за этого урана, короче, Молли сбежала. В смысле? Воу-воу-воу-воу. Да остановись. Пошел он. Ай-яй-яй, я перепрыгнул через пули. Ух ты, нихера, там кого-то. Какой-то фарш. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Итак, я, короче, камеру я переставил место вот здесь, вот сюда. Короче, достала она меня падать просто. Не знаю, ну, крепления нет на монитор, поэтому она сваливается. Я ее переставил, короче, не знаю, пока так пускай будет. Вот, думаю, нормально. Ну, может быть, со временем еще и привыкнем, может, так еще и лучше будет. Вот, так, мы, короче, с вами спасли, помогли, короче, дочери, составили план ограбления очередного. И теперь, что нам теперь нужно? Нам нужно с вами... Нам нужно с вами... Чё у меня там? У меня там сообщения, по-моему, наприходило какие-то. Аманда. А, ничего такого, да? Не пришло. Вроде что-то приходило. А вот, пожарная машина сделала ложный вызов или угонит в пожарной части, как получится. Окей, нам нужна, короче, пожарная машина. Давай-ка сейчас выйдем из своего... Так, я, наверное, тачку на всякий случай... На тачке выйду, короче, припаркую ее возле дома. Вот. Ну, вот так, где-то примерно, да? Вот. И нужно, короче, наверное... Так, что у нас вообще по карте... Есть. Так, Соломон, окей, ага... Есть у нас Соломон. Наверное, давай для начала позвоним и угоним, короче, тачку пожарную. Где у нас здесь пожарная? Служба спасения, наверное, да? 911 это пожарная, да? Здравствуйте, это 911. Какую службу вы хотите? Пожарную. Спасибо, пожарные уже выехали по указанному адресу. Ждем. Ждем с пожарку. Посмотрим, как они быстро реагируют. Как быстро реагирует здесь пожарная команда. Ух ты. Смотри, какая идет. Ля, какая идет. Так. Но пока на горизонте я не вижу. Дама. Jesus, really? So rude. Так, где-то слышу сигнал. Где-то слышу их, но не вижу. Вроде приближается, да, звук? Во, едет. Эй, народ! Стопэ. Мне нужно. Куда? Нормально остановил. Все, погнали. Доберитесь до швейной. А, еще и от ментов надо выдирать. Короче, ну ладно. Так, на пожарке мы еще не удирали с вами. На пожарке мы еще с вами не удирали. А, все, что ли, от полиции? А, нет, еще не удал.
Я думал, уже все так быстро. Ну, вот я сейчас встану. Леха едет. Давай, давай, исчезай. Пока они там район обыскивают. Леха, заметили. Надо было туда куда-нибудь, в кусты. Ну слушай, для пожарки довольно быстро она разгоняется. Довольно быстро она едет для грузовой тачки. И в принципе такая поворотливая, знаешь. Так. Они с двух сторон меня окружили. Надо, короче, с шоссе, с дорог уезжать, потому что тяжело свалить от ментов по дорогам по городу. Какие-то переулки там, не знаю, какие-то бездорожья там. Вот, допустим, здесь где-нибудь. Леха тоже возле дороги. Пускай они там тот район обыскивают, а этот район не трогают. Давайте, давайте. Нет, не приближайтесь ко мне. Ну! Ну! Фу, отлично. Аллилуйя, наконец-то, блин. Так. Швейная фабрика. Сейчас, короче, отвезем тачку Лестеру. Нам еще надо тачку для отхода. Вот. Он говорил, там любую, да, надо, в принципе. Вот. Но сначала мы, короче, сейчас отвезем пожарку Лестеру, потом съездим к Соломону, я думаю. Выполним задание. И как раз после этого возьмем любую там тачку. Отвезем в безопасное какое-то место, да? И уже посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как по времени. Если успеем, то с вами выполним ограбление. Ну, я думаю, пожарку и тачку для отхода надо. И все, больше. Больше не надо ничего, я думаю. Вроде ничего такого больше никто не говорил. Бляха, текстуры пропали, я думал, просто куда-то в воду еду. Да. GTA в своем репертуаре. Но все-таки в резкий поворот на этой тачке не въедешь. Сколько уже машин здесь припарковано было на этом месте, да? Так, отлично. Чем там, наверное, Лестер будет звонить. Пожарная машина выполнена. Окей. Так, теперь мы отправляемся к Соломону. Сейчас мы тачку. А, позвонить. Эй, Лестер, мы добыли пожарную машину, припаркованную неподалеку от фабрики. Отлично, позвони мне, когда завершишь подготовку, ладно? Окей. Спрячьте транспорт в укромном месте, чтобы потом использовать его для отхода. Вот, в принципе, и вроде как все, да? Поехали. Опа. А это что у нас? Франклин? А что Франклин здесь делает? Я думал, у него какое-нибудь задание тоже должно быть. Ладно, поехали, короче, к Соломону. Не будет тратить время терять.
Это транспорт-средство можно использовать для отхода с места преступления, спрячьте его в каком-нибудь тихом месте, позвоните Франклину и Лестеру и выберите меню пункт «Метить координаты транспорта». Ну понятно. Можно вот где-нибудь здесь вот спрятать. Ладно, вон там нарисовано место. Но пока нет. Пока едем, короче, к этому. Ну, что-то менты там. Они пожарку до сих пор ищут или что? Короче, едем это, к Соломону. К Соломонищу. Наверное, что-нибудь хочет мне сказать про фильм очередной. Я же все-таки сопродюсер там вроде, да? Не забывай про транспорт для отхода, забудь что-нибудь... Да понятно. Понятно. Вот задолбают-то. Вот задолбают одним и тем же-то. Просто. Такое ощущение, как будто я, не знаю, с первого раза ни хера не понимаю. Все уже давно ясно и понятно. Сейчас я тут закончу дела и припаркую где-нибудь тачку. Вот раскудахтались-то, да? Так. А. Открывай. Молодец, молодец. А то в прошлый раз мне там сдрочил. Так. Я инвалид. Окей. Так, тут кого-то был джипарь, короче, раздолбанный. Я вот замену привез, если чё. Бля, какие машины-то стоят, да? Привет, привет. Рад тебя видеть, умник. Девин? Какого хера ты здесь делаешь? Майкл, все кончено. Парень, ты хорошо поработал. Ты поддержал этот парсер ровно столько и получил огромную страховку за срыв съемок. Я тебя обожаю. Ты теперь мне вроде брата. Где Соломон? Он добывает негативы, пленку или как-то там называют эту хрень. Последний динозавр в городе скоро окаменеет. О чем ты вообще? Смотри, съемки почти завершены. Так что в случае их отмены, инвесторы, то есть мы, получают огромную сумму по страховке. А это, соответственно, позволит мне убедить другого крупного акционера, тупого сынка этого ублюдка, в том, что нужно снести этот хлам и построить здесь кондоминиум. А в стране сейчас кризис, так что при таком раскладе город, может, я даже льготы получу. Блестящий план, и провернуть его я смогу. Что Молли прекрасно знает текст договора со страховкой что-то. Майкл, они на нас поимели. Это пиджаки, и на них даже пиджаков нет. Волки в одежде говнюков. Мистер Ричардс, не переживайте так. Ты хоть когда-нибудь была человеком? Слушай, раньше люди любили фильмы, а сейчас? Сейчас им нравится снимать на свои телефоны, а их люди то, как... не видите меня. Я очень духовный человек, мне очень жаль, что так вышло, но эволюция не остановить. Джентльмены, Молли, намасте. Мистер Ричардс, могу я забрать фильм? Мой самолет улетает через 25 минут. Неужели ничего нельзя сделать? По крайней мере, дайте мне закончить съемки, а потом уже все закрывайте. Боюсь, что у нас нет на это времени. До свидания, мистер Ричардс. Куда это она идет с фильмом? Она отвезет единственную копию в офшор. В какое-нибудь тихое, надежное место. Аналоговая копия. Да. Майкл, вы можете что-нибудь сделать? Нет, приятель, он ничего не может. Это неизбежность. Мою жену поимел Йок. А теперь Йок поимеет и меня? Да пошел оно все, нахер. Я его продюсер. Я никому не позволю запороть мой фильм. Так их. Съезжу в аэропорт, поговорить с ней больше ничего. Так их. Бляха, не на ту кнопку нажал. Все, поехали. В аэропорт. Эй, мэн. Хера такая просто. Ты взяла, короче, спит. Притормози, пижон, включи мозги. Я продюсер, я отвечаю за товар. Не делай этого, пижон, подумай, у нее полицейский эскорт. Она едет в мой личный ангар, охрана работает на меня. Я просто хочу забрать фильм, пока она что-нибудь с ним не сделала.
Молли страшно нервничает, а ни за что не остановится, чтобы поговорить с безумным убийцей, который ее преследует. Но я ведь не убийца, по крайней мере, не сегодня. Не хочу никому причинить боль, мне просто нужен фильм. Притормози и подумай головой, шутки кончились. Да пошел ты. Да пошел ты, да и вы тоже тут разъездились. У меня важно... Твою мать. У меня важное тут... дело. Фильм они будут мой, короче, прикрывать. Да ну нафиг. Только вот-вот-вот мечта Майкла должна была осуществиться, а тут на тебе. Какие-то подонки решили, что фильм заберут, прикроют типа лавочку. Да пошли вы. Этот фильм будет во всех кинотеатрах такие сборы собирать, что охереть. Это будет шедевр. Шедевр кинематографа. Что она задумала? Загоните Молли. Не шутите, не нужно паниковать. Полиция Лос-Анджелеса проводит вас до ангара. Камера на вертолете. Главная новость. Полиция нашла пропавшую подлодку и весь груз урана. Какой нахер уран, ты чё? Ты чё вообще, какой нахер уран? У меня из-за этого урана, короче, Молли сбежала. В смысле? Какой нахер уран? Зачем мне вот это вот? Зачем мне вот этот вот вертолет там нужен? Надо мне никаких там вертолетов, нажмите R. Ай-яй-яй, нифига себе скорость. Я не привык на такой скорости ездить. А, не типа за ней. Ух ты! Ух ты, три звезды, ты прикинь. О-о-о, а фура-то откуда? О-о-о! Прикинь, а фура-то откуда там взялась? Чё не по- так херово поворачивать? Ух ты! Это чё сейчас было? Где она? Вон она. Ой, дура. Отдай мне фильм, падла. Она совсем чокнулась. Они за ней несутся или чё? Или это... Ну по мне вроде не стреляют. Я чё-то нифига не понимаю. Тут за кем... Кто за кем охотится? Кто за кем кого сопровождает, я что-то не понимаю. О-о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 -
А, почему у меня вот так не получилось, как у нее? Почему у меня машина опять носом вниз? Воу-воу-воу-воу. Да остановись уже. Куда она уехала? За ангар? Где она? За ангаром? О, да. Он хочет меня убить, Так, они по мне сейчас будут стрелять или что? Пошел он. Ай-яй-яй, я перепрыгнул через пули. Так, Е, чтобы купить там что-то. Ух ты, нихера, там кого-то. Какой-то фарш. Это отвратительно и бессмысленно. Это ее? Это ее так? Рука.
Да ладно, реально что ли ее так расфигачило? Да ладно. Уйдите от полиции. Что-то я пропустил этот момент. Ай-яй-яй-яй-яй, уйти от полиции. Несанкционированный проникновение. О, нифига ты там. Суперкоп, что ли? Так. Что за домовуха? Я ни в чем не виноват, реально. Реально я ни в чем не виноват. А где все машины? Вот моя машина. Давай, 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 быстрей. To go! Пока заведет, там пока прогреет. Так, теперь надо валить. RPD. Все, валим. Три. Три звезды уже, это уже серьезно. Три звезды, это уж серьезно. Надо валить. Леха. Вот прятаться. За дерево, как обычно. В смысле, это что? Ух ты. Ананасовое дерево выросло тут. Да в смысле, что ты не повернул-то туда? Или у меня колесо все уже не поворачивает? Все, я просрал момент, короче, там менты приехали. Капец у меня машина. Машина просто огонь. А по тупик. Оп. Вот сюда. Да ладно! Как это? Как вы узнали, что я сюда поверну? Машина вообще огонь. Так. Пипец. Пошли вон. На тебе. Отстань. А что меня понесло-то? Мне колесо пробили или что? Как мне от них удрать? Как мне от них удрать? Напрямки, короче. Под мост. Напрямки под мост. Опять трасса. Кстати, надо правильно. Вот правильно еду. Там вертушка. Все, они меня не увидят так. Машина вообще жить. А что ты не прячешься? Жесть, ух ты, это как. Машина на диванчике. Я отдыхаю. На. Давай, давай, давай. В принципе, по идее, не должны, короче, меня найти, увидеть. Потому что я прям впритык к стене. Сейчас они пропадут, и я, короче, выберу тачку. Ну, найду еще тачку, вот, все отлично. Сейчас другую тачку возьму. Так, пекарь надо убрать, чтобы не привлекать внимание. Все отлично. Неприятности с законом. Окей. Соломон. Туни, я любила тебя, но сейчас между нами ничего нет. Особенно теперь, когда я узнал, что ты предпочитаешь диктовать. Мы что, опять играем в цитаты? Я только что увидел, как адвоката Дэвидна затащил в реактивный двигатель. Эту Молли? Какой ужас. Вы даже не представляете, она запаниковала и кинулась прямо в него. Но пленку я спас, так что с фильмом все в порядке. Вы поверили в эту историю с ангелом? Все на цифре, у нас полно запасных копий, но мы же снимаем на зеленом экране. Вы могли бы мне это об этом сказать? Извините, я думал, вы знаете. Монтаж почти закончен, теперь нужно заняться распространением, пока они снова не попытались нас поиметь. Я уже одобрил дату премьеры. После этого они уже не смогут нам помешать. Премьера? Катастрофы? Вы пригласите мою семью? Наконец-то они смогут мной гордиться. Конечно, курьер уже везет приглашение. Ладно, черт. Я подготовлюсь, кстати, это был развод по-американски.
Я про цитату, само собой. Конечно, он мог бы и предупредить, да, реально. А так, ну все равно. Дата премьеры скоро. Еще название такое катастрофа. Наверное, что-то типа фильма катастрофы будет. Так, нужно, короче, тогда подойдет. Тачка для отхода. Этот транспорт сильно поврежден, его нельзя использовать для... В смысле поврежден? Где он поврежден? Забери свою поврежденную тачку, слышь? Ты что, будешь траться, да? Ну да. Все. Тебе что, мало, что ли? Блях, опять полиция, ну что вы? Кто вызвал полицию, а? Так, ладно, давай на этой. Только не говорите, что тачка сильно повреждена. Твою мать. Это мусоровоз. Или тот. Все из-за сраного мусоровоза я не смог, короче, спрятаться нормально. Потеряли меня, потеряли. Ждем. Две звезды, да вы чё? Бляха, сюда едет. Едет, сейчас увидит, сейчас все будет. Пипец. Пипец. Вот реальный... Бляха. Вот реальные, короче, проблемы с законом. О, все. Запусты. А? Близости вроде нет. Ну там нет, смотри, едет он по этой, по той главной дороге. Надо уезжать. Под мост. Для отхода места преступления не годится. А что вам годится? Что вам годится? Сказали же, любую. Вон. Парковка. Ты парковался, отлично. Так, чё, вот это? Этот транспорт можно использовать. Все, отлично, поехали. Главное не разбить его. Где выход-то? Так, в укромном месте надо где-то спрятать ее. Есть на карте там отмечено, куда можно, да? Вот сюда. Все отлично. Вау. Вау. Что значит твой вау? Да иди ты в жопу. Не до тебя сейчас. Не до тебя сейчас. В принципе, можно было, короче, добраться на так... Опа. В принципе, можно добраться было на такси до того места, короче, и там рядом где-то стащить тачку. Ну ладно, так привезем сейчас. Я не думаю, что так долго будем ехать. You fool! Урод.
Не давай, еще тачку поломай. Мне на ней удирать надо будет. Ай. Ага. Текстура 5. Бляха. Ну я думаю, это же ничего страшного. Он бы написал мне, что типа эта тачка сильно повреждена, поэтому не нужно ее ставить. Ищите другую. Я думаю, да. Окей. Если все прокатывает, значит нормально. А, это штрафстоянка вообще. Я-то думал, это место, куда надо эту тачку, короче, того поставить. А укромное место это где? Здесь пойдет? Франклину позвонить, да? Встретиться. Не надо. Где мне тачку-то оставить? Здесь пойдет? Бляха, ну даже не отмечено место, короче, куда тачку надо поставить. Укромное, типа, место. Пец они. Куда прешься? Ну-ка, давай вот здесь. Укромное место. Итак, отлично. Я, короче, вот нашел место, где можно спрятать. Просто парковка какого-то. С каким-то, короче, не знаю, магазин или что-то такое. Короче, с каким-то рядом магазином или каким-то торговым центром. Парковка. Нашел место, заманался я искать, короче, ездить. Так, мне какое-то сообщение пришло. Понятно, от Лестера не забывай. И как раз этим и занимаюсь. Так, позвонить. Здесь можно оставить, да. Позвонить либо Франклину, либо Лестеру, короче. Вот, пометить координаты. Окей. Эй, Лестер! Эй, Лестер, машина для отхода припаркована там, где нужно. Хорошо, сообщи мне координаты. Пилбокс Хилл. Ну, значит, больше тянуть времени не стоит. Я сообщу парням, приходи в мой офис, поговорим. Окей. Наконец-то. Наконец-то я нашел. Так, ну и на этом задание выполнено. На этом будем заканчивать, дорогие друзья, наверное, вот видос. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.